На Ямале начались лесные пожары. По данным Главного управления МЧС России по округу, на сегодняшний день спасатели задействованы на тушении 5 очагов возгорания. Еще 2 пожара уже ликвидированы. В Поровском сейчас работает 13 спасателей, горит 1 гектар леса. Еще 3 лесных пожара зарегистрированы в Красносеркубском районе, общая площадь 112 гектаров. Спасатели работают и в Шурышкарском районе на ликвидации очага площадью 4 гектара.